че, я смотрю, после этой драки это решил. Повесить знак. Место, где это произошло. Да, Лёш. Сколько бы не было дома мире, у нас среди тебя. Она одна из немногих общих знакомых с Адилем. Я стрелял за нее не раз и не два. Бывало, вывозил на тоне. Ну точно, вот тебе в этой песне про эту бабу стрелял за нее не раз и не два. Когда с ней и еще много-много раз. Ах, раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Такая починенная, да? Из нее тоска. Сколько я ее с собой только не таскал. Охеренная песня, это конечно. Прими меня таким. Классная песня. В этой глубине растворяющейся. Мне уже пора, только я с тобой. Лёш, блин, ты чё гонишь? Прими меня таким. Прими меня такой. Прощают мне грехи. Мне уже пора, только я с тобой забыл, что я не питаю. Так, что меня ждет? Не буду говорить Тиме, чтобы... В общем, что меня ждет с одним человеком? Которого зовут... Английская песня какая-то. Знаешь перевод? Непонятно, что-то непонятное у вас. Как у тебя, ты же любовь со дна, силы карлика. Попросим более развернутый ответ, пожалуйста, давай на русском, потому что нам сложно. Я потом дома переведу эту песню, но сейчас надо, чтобы как-то ответился все-таки. А кого ты просишь? Блин, чуть еще лучше. Давай. Что у нас с тобой ждет? Блин, сейчас какая-нибудь херня. Тихо. Вот что нас ждет. Теплое место на улице ждет отпечатка наших ног. Звездная пыль на собаках. Пожелай мне удачи. Так, что? Что? Что мне делать сегодня? Так, ладно, нет. Вопрос. Вопрос. Ты-ры-ты-ры-ты. Так, ладно, не, подожди, сейчас. Почему надо подумать. Так, что-то нет, вопросы истекли как-то. Вопрос. У тебя такие дебильные песни сопливые. Ну, ты там одни а у тебя бы что было? Дрынь-дрынь, блин, какой-нибудь там на твоих этих. Что за дрынь-дрынь? У меня хотя бы песни там, не просто. Давай на моих песнях погадаем, у меня поинтереснее песни будут. Не, давай на моих. Догадаем, а потом на твоих погадаем. Да у тебя беспонтовый. Нормальные у меня песни. Когда я выйду замуж? Опять что-то непонятное. Опять будет за границей что-то. Нет. Русская? Да. Женщин с кожей цвета капучино. Капу-капучино, как капу-капучино. Странно, короче, ответа нет. Как и свадьба. Дурак! Давай загадывай. Че, кроме как тебе про Юля, а мне про больше не о чем задать. Интересует будущее. Каждый делает свое. Давай, быстрее. Каждый кузнец своего счастья. Вот про кузнеца тогда что-нибудь спроси. Сколько весит кузнечик? Я думаю, на такие ответы вопросы у него нет. Нормально. И так сойдет. Главное, что поспал. Хорошо, ты молодец.
Мимо старых аллей, аллея. Сами из аллеи. Чё, сегодня мне будут ставить виниры? Хорошо. А где твоя коронная фраза? С винирами? Да. Не работает музыка. Ну и слава богу, включай фильм. Как нет? Когда-то, блин, нет. Среди старых аллея, аллея. А мусора что говорят вообще? Мусора говорят, что я бился как тигр, я красавчик, говорят. Ну вообще это говорили гаишники, которые меня штрафовали. Но они же тоже мусора. Главное, что похвалили. Ага, и что у тебя там штрафы там говорили? Ну штрафы что, 21 штраф неоплаченный оказался. Но я не ожидал. У меня в программе вот это... Штрафы ГИБДД, есть же вот эта программа. Вот, у меня там типа пишет, что типа все штрафы погашены. Я удивился, конечно, думаю, кто это мне оплатил штрафы. Но не стал вникать, думаю. И так сойдет. Я кушаю Принглс и пью Форт Матис. Будь здоров тогда. Достаточно. Блин, чувствую такие высокие пороги. Будь здоров. Ну, Лёш, ну, Лёш. А! Аргумент? Юль, расскажи о своем падении. Что за крах вчерашний был? Ты как-то так себе направил, на колени ей? Так, пойдёт. Или на вонючку? Меня-то... Ну, вонючка вообще мешает всему. Одному к бабушке надо, второму за бабушкой. Что у вас? Пенсионная реформа, что ли, там, значит? Болеет? Маша? Кто болеет? Бабушка. Забирать ее сюда? Ну да. А где она здесь будет? В больнице где? А, в больницу. Я просто не знаю, сейчас папик там, блядь, у Романовых. Говорит, жди меня. Жилит на день, конечно. Ну, я считаю. Такая вот фигня. У нас на работе... Слушай, вот так вот, три струйки течет. У тебя хотя бы течет там. Ой, у меня в Индии вот так полгода это течет. Голову 15 минут моешь, блин. Твою? Да. Да я реально... Я помолчу, наверное. Ну, все должно разбираться. Ты хочешь перелезть в багажник? Лыжный отсек должен быть? Лишь в ящичек. Ну, блин, я не спортивный просто. Холодос. Какой холодос? Дурак, на улице. Лёш, кладос, всё. Сделай вид, что ты понял. Зачем выяснять? Зато мне машут люди, что у меня крутая тачка. Ему сейчас вот так показали. Вот так вот, да. Даже с таким капотом. Представляешь? На удивление. Да я знаю, что ли, мне все так делают. А я даже не удивляюсь. Я уже привык к славе. Наелся? Я ещё короче. Чем лучше вот трещотку. Салон мыть губкой или щеткой какой-нибудь махровой? Нет, салон мыть им. Мне тип намутит этот. Короче, вот эту пену специальную. Понял? Да. Пену специальную, да. Вот да для это... тряпки. Угу. Вот. Он говорит, под нее надо ваниш, какую-то активейшн. Нет. Специально. Вот тут запикать, потому что это реклама. Будет скорее реклама. Зачем? Ваниш нам не платил. Это не реклама. Точно. Ой, это что такое? Я синоним слова успех. Да, Лёша, собрали все знают об этом слове. Чёрный забил. Ничего не сказал. В принципе, ладно. Ну поехали. Сосиска с помидором. Да. Либо а? Соленый помидор. За шаурмы. Ну либо баклажан. Куда ты пошел? Домой. Вышел что ли? Ну поздоровался. Да ты сейчас не свой бенз даже катаешь. Сейчас можно. Тебе что, папа не может позвонить? Мы здесь на районе будем. Вот на двоей шаурме.
родители, ему все равно. Выйдем. Блядь, мало ли вы сейчас вот сразу поедете потом. Куда? Волжский, блядь, не знаю, в Слободу. Уже заказ на 209 у нас идет. Здравствуйте, можно картошку фри и сырный соус? Стандартную большую картошку? Стандартную. Угу. Может, еще что-нибудь? Да. Наггетсы. Может, наггетсы? Давай, ну, бери, я не хочу. Давайте наггетсы еще. Есть у вас? Сахар? Наггетсы. У нас только стрипсы. А это то же самое? Да, это то же самое. Нет, стрипсы не хочу. Это то же самое. Ну, стрипсы вот это выглядят. Вот такие вот. Вот они. Стрипсы это длинные кусочки будут. Нет, эти мне не нравятся. Они такие же соленые. Они вкусные. Они соленые. Нет, все, почему спасибо, девушка, не надо. У вас это не соленые? Картошка и черный соус, верно? Соленые. Да. Почему они соленые? Курица. Ну, обычные. Ну, да. Верно? Как верно, верно. Верно. Мне соленые. Мне не нравится. А? Наличные, наличные. Мы пробку создали. А ты что там на 900 думал? Очень много картошки. Смотрю на твою попу. Да-да-да, интересная спасибо особа. Большое. А я пропитан сделаю. Я, Катя. Наконец-то я их увижу. Это моя подруга со школы, с детства. Я не видела ее больше полугода уже, считаю. У нее две дочки. Шестой этаж. Ты дурочка. Привет. Ой, что это? Иди, господи, какой хомедиотик, дядя. Уйди, пляснулись. Боится чужих людей. Не бойся, меня не надо бояться. Давай быстрее ко мне беги, какое шлёте. Гляну, то, что смотрит на эту камеру. Это камера, Даша, помаши. Потом я тебе покажу, какая ты получилась со стороны. Вот, Дашка у нас блогер, да? Ты что, Даш, учишься как блогером быть? Да. Молодец. Подрастающее поколение. Так. Ты думаешь, Дашка, не еще... заметишь, что я не вижу? Нет. Я прям капец. Андрюх, бери. Кать, бери. Сейчас, подожди. У тебя там, да, у тебя твой ползунок. На. Рот открывай широко. Мяу. Мне кажется, у меня когда будет ребенок, если у меня будет вот сладость, я просто положу, поем, а потом уже варю. Да не скажи. Мне иногда так вот что-нибудь хочется вот сделать. Я все равно думаю, сейчас я ее положу, пускай что хочешь делать, я сделаю. Нет, мне жалко всегда. Хотя меня все говорят, чего ты с ней носишься, что ты ее это... Положи, пускай что хочешь, что я делаю. Но не могу я так относиться к своему ребенку. На! Пошла. Да ты сейчас все размажешь мне по всему. Может, ей дать что-нибудь вот этот вот, салатик? Да и вон я открыла, она две ложки съела, пока не стала. А то сейчас этот фруктовый салатик тоже. Уйдет, да? Вкусно. Мне песня, она все пальцем ковыряет. Все. Я даже так никогда не делала. Видишь, что делает? Дегустатор, блин. Так она еду пробует, сначала языком пробует, потом уже ест. Если не нравится, она не будет есть. Хитрожопая. Видишь, это с детства характер уже видно какой. Да я говорю, у нее все, вот знаешь, такое, она родилась под знаком льва. О-о-о, это вот моя мама. Да. Так, давайте маму какой день рождения? 23 августа. 14. Спасибо. Я, короче, еще хочу. Я тоже. Thank you.
стоит на этой эстакаде, блин. Баранта! Я помню, как наши пенечки резали, твари. Нет, ты им еще их шили все. Да. Ой, вязал. Ну, хотя бы там резали. Дочь, принеси телефон, дочь. Мать, папа звонит. Ну, конечно. Баба, баба. Баба, баба. Алло. Я не понимаю. Видеоблогер работает. Влог работает всегда. Ну здрасте. Че ты, это не бомба? Я камеру боюсь. Че ты боишься? Так, Виталик, выйди из кадра, обрезать ничего не будем. Ой, благодарю, благодарю. Там манер хороших понабрался. Блин, ну не очень хорошая погода сегодня. Это наша Волга. Он мне тут за лобика тогда. Хорош. Кто в команде с кем? Ну давай как сидим. Давай с тобой что. Да, а что ты ведь так? Чтобы проще бить, чтобы было, понимаешь? Плыть или не с тобой. О, давай, а мы кто? А вы конченые. Пойдет. Слышь, давай тогда я бью не с тобой в команде, пожалуйста. Готов. Мы сейчас легкую играем или сложную? Нет, нормальный сложный. Надо серьезный, серьезный. Из глаз в глаза, из глаз в глаза. Надо сложность. Ты готов? Алексей, заткнись. Сложно надо. Да сложно, дура. Просмеяться не нужно? Поехали, вот теперь готов. Поставь на вот эту вот штуку. Вот, на вот эту! Стой, поставь так. Вот поставь. Давай, Виталь, ты готов? Да, посмеялся? Хорош, ну что там, гад? Тихо. Все, давай, все, поехали. Давай. Все, готов? Да. Короче, когда ты объясняешь это в прям мельчайших чем? Подробностях. Молодец. Есть король, а есть спешит короля кто? Шут. Так. Блин, Лен, короче, когда ты говоришь, ты перед Леной что делаешь обычно? Оправдываюсь. Космос что делали? Космос покоряли. А еще по-другому? В Бразилии. Узнавали космос, типа, ну, ну, узнавали в Бразилии. Полетели в космос, что делать? Поехали. Поехали. Короче, готов? Да, да. Ты просмеяться не надо? В смысле? Я не шарю. Все, за кого мне в команду дали? Ну, ты сама не хочешь. Пожалуйста, не запари мне игру. Не, говорю. Ладно. Давай, давай. Даже я ни разу не все, поехали, поехали. Давай. Сделайте потише, вы специально. Ты не слышал. Я слышал. Я выглядел вообще. Я уже не расстроился. У нас память на камере кончается. Давай, тихо. Не проиграешь? Не, подожди. Да? Сразу что буду за каждого играть в команде. А как там правильно? Смотри, есть гарнитура, а есть. Ага. Гарнитур. Не-не-не, по-другому. По-другому. Короче, смотри, не-не-не-не-не-не, смотри. Есть слуховой аппарат. Вот, а там еще продолжение, когда если словом существительным женского рода. Аппарат. Я тебе говорю, гарнитура, а это. Как.
Как аппарат? Как аппарат, только гарнитура, а это аппарат. Скрести аппарат и гарнитура. Что получится? Ну, аппаратура, я уже понял. Ну, а что ты молчишь? А молчишь? Нет, я понял это, когда он сказал просто аппаратуру. Ну, а что ты молчишь? Ты молчишь? Да потому что вы объясняете, как... Дай мне сюда, давай я сейчас объясню. Давай, Виталий, я сейчас. Смотри, смотри, сколько... Смотри, как Виталий сейчас энергично будет рассказывать. Я у меня... Подожди, я думаю, куда. Нет, смотри. Есть. Есть. Не надо, все, мы и так в жопе не подходим. Прогресс. Прогресс, человек. Эволюция. Нет. Революция. Нет. Есть усовершенствование, нет, а есть... Ты красавчик, просто убери букву У, блин, а? Усовершенство. Нет. Совершенствование. Да. Представляешь? Ты готов? Ты готов? Ты готов? Когда ты знаешь, понимаешь? Я вот чужие тоже легко могу взять, свои, блин. Давай, надо просто расслабленным работать. Работаем расслабленным. Нет, пожалуйста. Давай, давай, давай. Мы-то уже профи в этой игре, мы-то знаем, как надо будет, под каким состоянием. Давай, давай, давай. Поехали. Давай, сейчас догоним. Догоним, давай. Ага, смотри, вот есть человек. На победу. Сейчас скажешь кандидат. Не-не-не. Ну вот кандидат по-другому, как он? Я скажу. Смотри, в боксе, как грубо говоря, президент. Один. Да, да, да. Есть. Ага, в президенты. Нет, кандидат. Мысли, нет. Он по-другому. У нас определенно есть один на победу. Да додумать. Слушай, нельзя. Участник. Не, и дальше. Кандидат, участник. Президент на победу. Да, президент на победу. Лауреат. Нет. Да созвучный, это созвучный, это слишком далеко ты ушел. Да, это все одно и то же. Созвучное слово резидент. Президент. Ну, близко. И? Еще. Министр. Да куда? Тебе как, а выкинуть его хочешь? Пожалуйста, нахуй? Отсюда, блин. Я там в команде, блин. Одна. Нет, ну тебе же говорят, смотри. Ну, президент. Да нет, забудь. Виталь, что ты сделал? Как это давно так? Я не знаю. Да я ее даже не трогаю, Юля. Это Леху я поставил. Это вот тот. Ну. Есть. Ага, на победу. На победу. Как да не президент. Вот созвучное. Президент. Вот, я все никого не показываю. Ника, президент, а есть... Президента несколько букв. Берите его из машины. А, резидент. Да не резидент. Президент на победу, олух! Ты президент! Ты встряханула, что ли? Я готова, мне не знаю, что Виталик будет получать, так же, как и... Грубо говоря, вот... Есть на дороге... Указатель. Не-не-не, смотри, три полосы. Как они называются? Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Вот как ее, в кино, грубо говоря, первый, третий, четвертый, пятый, как они называются? Дорожка. В кино, с... Первый, второй, третий, ты вот берешь билет типа того. Куда? Три буквы. Конец. Смотри, 95 градусов в нем. Из чего делают водку? Лава. Из чего делают водку? Уголь. Пошел! Копечка, я тебе говорю, блядь. Спирт, спирт. Смотри, смотри, на войне есть... Да подожди, на войне, грубо говоря, у каждой страны есть, короче, на войне. Нет, вот где они сидят, типа того, они там все этот, скажи. Сейчас, таможня. Нет, скооперированы они все, грубо говоря, они там план работают, как он называется. Вот. Ты да, в вот. Танчики играла? Что ты защищаешь там? Да, да, что ты защищаешь? Не играла в танчики. Ну, хорошо. Государство. Почти. Ну вот они сидят, вот смотри, вот война. Парламент! Да нет, Юль, смотри, крыса на войне. Какая, да, есть крыса какая, как говорят. Ну про человека говорят. Есть тыловая крыса, а это по-другому. Тыл по-другому. Ну не тыл, да, тыл он называется по-другому. Затылок. Ну тыл по-другому. Три буквы. Первое ш. Это четыре буквы, а не три. А, да. Четыре. Что? Ну радость моя. Какой тыл к чертовой матери? В смысле? Тыл только ш. Ну тыл это и есть штаб вообще. Штаб.
Все, да. Нет. Давай, не сейчас, они нам помешают. Тебе на кассе пятерочки что говорят? Что нужно? Свободная касса. Это, кола и что-то добавляешь, чтобы пить, бухать. Фри, картофель фри. Кола? Сахар. И виски. Виски, конечно. Как сказать дом другими словами? Хаус. Квартира. Мое. Офис. Общество. Земля. Ты тут живешь. Россия живет. Россия матушка. Подожди, моя. Мать родина. Волжский. Мое. Серьезно. Волгоградская или Волгоград? Вот Волжский это Волгоградская. Подожди, можно? Здравница. ГЭС это. Волгоградская ГЭС. Волгоградская здравница. Волгоградский мясокомбинат. Волжский это город. Город, да, Волжский. И Волгоградская. Набережная. Волгоградская. Даже подожди, даже Миша не будет. Волжская. ГЭС. Город Волжский. Да, город Волжский, это Волгоградская. На Неве. Господи, что с тобой? Я не пойму. Ну, все короче, хорошо со мной. Короче, есть страна, есть город, так? Есть у города... Больше... Набережная. Больше города. Больше города, но меньше страны. У каждого этого города есть. Город Республика. Волжский. Деревня, где у тебя находится? Республика. Деревни. Деревни где? Да. Окраина. За городом. Окраина. Это загородница. Загородом. Загородница. Здравница. Где находится Калач? Калач на Дону. Смотри, вот раз. Волгоградской. 100 километров. Область. Область. А, область. Серьезно? Здравница? Город Волжский, Волгоградская здравница? Здравница. Модное слово ларька. Пиратская. Мандула! Мудное слово ларька. Мудное слово. Мудное. Да не Миша, нельзя. Мудное. А я не трогаю. Модное. Бар. Ну почти. Ну ларек. Голубая устрица. Питишь? Ну у него больше нет. Я не знаю, как тебе объяснить. Просто это одно такое. Ну это вот ларек. Это модное слово, по-твоему? Ну да, ларек. Павильон. Это очень модное слово. Ну в смысле? Нужно еще. Это модное слово? Павильон? Ладно, скажи, как ты скажешь слово павильон? Ну просто и все. Нет, правильно, вот просто подсказки. Реально, вот как павильон. Виталь, вот ты, мы так и будем твою руку. В чем ты? В чем ты? Кроссовки. Ка на ногах вот это! Камеру не смотри. Смотри, вот ты потеряла по-другому. Что это у тебя? Потеря. По-другому. По-другому еще. Азик! По-другому. Привет. Такая. Пропажа. Юля. Ну нет. Прокладка. Тупанула. По-другому. На У. Потекла. У первая. Уголовный кодекс. По-другому. Утварь. Уточка. Утюг. Ну как? Установочка. Вот, грубо говоря, на похоронах там говорят, о, типа там. Уссурийский тигр. Утрата. Ты что так вверх не ставишь? Вот это вот что? Висок. Мозги. Я вам подсказала до этого. И что от слова уже вверх сдвинули? Есть, как его? Вот слово говорят, типа того, только его по-другому надо назвать. Кто букнул? По-другому. Оно называется. Ну, оно длинное слово. Синоним. Длинное слово. Длинное слово. Паратеплоход. Он стоит. Друг наш любезный. Вы на месте. Добрый обед, господа. Это снова мое шоу. Я хочу черный пистолет. Черный что? Черный пистолет. Ай, черный пистолет. Ай, черный пистолет. Там где не катит самый навороченный документ. Рули черный пистолет. Ай, черный пистолет. Ай, когда в лазаре исчерла последний аргумент. Рули черный пистолет. Девчонок так по скорости, они и не заметят. Да, болтала с первым, и второй мне позвонил. Говорю каждому, то, что он такой один. Maybe, maybe, baby, маленькая стерва. Мини Диснейленди, главная принцесса. Она смотрит и хочет такие же косички, но не знает, что мне их запретает ее бывший. Maybe, baby, maybe, maybe, baby, лучше твои детки, лучше всех на свете. Проводить когда клубе в субботу. Где-то под утро стойка из трупов. Просто танцуй там. Руками не трогай, не спрашивай номер. Просто танцуй там. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь. Просто танцуй там.
страха будет, понимаешь? Сейчас все весело. Да? Жил, это благодаря. Дружище, что с тобой произошло? Что? Что случилось? О, смотри. Что случилось? Вот, видишь, ты в крови. Я вижу, что произошло. Короче, снимаешь на камеру. Да? Зачем ты снимаешь? Это шок-контент, дружище. Это что произошло? Есть? Рассказывай. Сотка есть? Короче, с друзьями нет, встретился. Так. Побухал. Побухал. Вспомнили старое времени. Разбили. По старым временам. А тебе раньше так всегда делали, да? Не, почему? А ты говоришь, вспомнили старые времена? Я не знаю, что у них. Что-то произошло, да? Да. И они тебя избили? Я его растил. Они толпой тебя избили? Как есть, так и есть. Он тебя бил? Нет, а слушай, а может мы пойдем посмотрим, кто тебя бил? Они тут где-то сидят, да? Можно я интервью дам? Давай. Сегодня вы проводите вечер на тракторном заводском районе Волгограда. А я еще держу банк. Кого? Мне все сдали свои вещи, понимаешь? Мне можно бежать уже прямо сейчас. Юль, на связи. Давай. Проходим. Я пошел, пошел. Бежим! Юлька, газуй! А пока что... Я думаю, пора уже парням прощайся. Пока не прощаюсь.